Привет, народ, с вами Артур. На днях я посмотрел статистику прошлого видоса по админарбузу и понял то, что вам она понравилась. Тем более, еще я окунулся в комментарии и увидел положительные отзывы насчет этой рубрики. Так что получайте вторую часть. А также я учел ваши пожелания, сделал этот ролик чуть длиннее и еще добавил субтитры, чтобы вам было понятнее, что говорят остальные люди. Надеюсь, вы это оцените. Над этим выпуском мне пришлось попотеть, чтобы найти таких отсталых животных, и надеюсь, вы это одобрите своим лайком. Не буду долго затягивать, погнали смотреть второй админарбуз. Ну и кто тут админа вызывал? А давай здесь разберемся. Я. У меня есть ЖБ на игрока Марьяшка. Опиши суть Марьяшка, жалобы. Да. На ЛР, короче, у меня есть клин, есть там, где на этот. Ну, короче, Рэдди Дом, да? Админ, я соучастник, короче, мы, гляди. Мы соучастники. Так он со мной. Так, ну, рассказывай давай. Смотри, короче, мы пришли Рэдди Дом, он всем пацанам и еще один гонщик там, да? Дом, всех убили, кто там был, да? А, и пришел, все нормальные были, да? А Марьяшка пришел и наладит. Марьяшка, а где Марьяшка, кстати? Вот она, премиум. Здравствуйте, на вас жалоба. Шо? Рибка, я соучастник. Значит, замолчи, замолчи. Замолчи. Тихо, сейчас я ссылку посмотрю, подожди. Я ссылку сейчас гляну, замолчи, либо я тебе мут даю. Я тебе мут сейчас дам, алло. Да, я тебе сказал замолчать несколько раз, я смотрю скрин. Ну, когда все ясно, блин. Я даю тебе мут на некоторое время. Давай, иди считаешь админки, я сразу пишу торрента. Хорошо. Мут дает за оскорбление 5-10 минут. А ты мешаешь разборкам. Тебе сказали заткнуться. Как бы я услышал в этих разборках, я соучастник. Ну а кто тебе виноват? То, что ты соучастник, и ты не затыкаешься по просьбе администратора. Ты меня хоть... Заткнись. Итак, за НЛР ты получаешь свои заслуженные 600 секунд. Какого ты черта делаешь? Сука, она заходит, долбоебов, потом глядишь, за сколько их... Почему не проверяли пробу? Домаш не проходит по союзникам. Мы просто делали пранк, типа, убийца присоединки хотели сделать. Я надела бронежилет, и мы, типа, проверяли людей, что они начнут делать. Ну, а ты в курсе, это что нормально сватывается, не будет стрелять по улице. Вы уходите куда-нибудь в другое место. Мы пранк делали. Это пневмат. У него пневмат, как бы. А кто именно из действующих сватовцев будет делать пранки с оружием? Объясни мне, так что садись за... Это значит, ты согласен на 80 секунд. В любом случае, нарушение, потому что ну, нормальный человек не будет стрелять на улице просто так, проверяя там пранк какой-то делать. Тем более, за сватовца понимаю, там если бомж какой-нибудь в подворотне стреляет. Админ ТП, погнали. Ковес. Я иду, извини, человек, там никого нету, и я его начал ограблять. Ники, хедшот или нет? Посмотри на лого. Сейчас скажу, это пельмешек, как я вспомнил, пельмешек. Пельмешек, пиздец, какие дети тупые делают какие-то там ники. Здорово, ты тут фер не меняешься. Не понял, я русский маф, вот. Че ты фершишь? Это типа за то, что я тебя пытался убить, когда ты меня ограблял, да? Да. Да я просто правила не знаю, извините. Ну за что меня посадили, я правила не знаю. Сейчас я на форум пожалуюсь. Жалуйся. Короче, посадите, пожалуйста, моего друга тоже Джайл, он тоже хочет. Матвей 37, реально, вот телепортите его сюда сейчас. Он вам скажет, что он хочет тоже со мной Джайл. Матвейка. Матуэй. А, вот он. Да что ты хочешь? Вот, с другом сесть заодно, за компанию Джайл. А, с другом за компанию? Хорошо, братская любовь. Ну, а чё? Ура, мы оба в Джайле. Заяву не забудьте накатать на меня в форум. Блин, какой день сегодня хороший, столько овощей посадил. Чё такое, курага? А, так вообще, смотри. Ну, вот здесь, короче, видишь, ничего не куплено, а пробка стоит, ну, не пробка, конечно, ну. Лень Нелизовский. Могила непокойного дядюшки Сэма. А тебе это мешает как-то? Нет, ну просто чуваки хотели хату купить, а вот тут. Ну ща, подожди, разберемся. Здорово, купи вот эти двери. Здравствуйте.
Зачем? Ну потому что твои пропы, ты эту квартиру занял, а кто-то захочет туда прийти и купить ее. Ой, сорян, я ебал. Ночь БРП есть. Заглянись наши дела, я теплохой. А теперь объясни мне, почему ты его убил? Помогал твоему другу. А почему, в смысле, почему ты не разобрался в ситуации, почему ты ему помогал? Что случилось? Так, короче, Black Dragon, Йоркет, улетаете оба по причине фридамага, а ты по причине фрикила. Black Dragon. Да он там не приставал, у нас там был манг спрятан, а он рыскал все. Фридамаг и фрикил. Ну, оба по 480. По 480, короче, получите оба, ребят. Я сейчас быстренько вам выдам джайва. Так у нас маник был спрятан. И что? Это не повод убивать человека, который просто пришел вас проверить. Кстати, ну что ты начал заподозривать? Мы говорили по секретной теме. О, отлично. Покупные. Да, покупные. У меня есть деньги, а у тебя нет, ты бомж тупой, понял меня? У меня 13 тысяч. И что? Блять, вот это ты богатый, извини меня, пожалуйста. Но ты все равно, наверное, живешь в коробке из-под унитаза какого-нибудь, блять, либо из-под холодильника, да? И питаешься просто приправой от Доши. Ну ты, конечно, богатый, извини меня, пожалуйста. 13 тысяч 50 евро — это большие деньги. Ой, здравствуйте, а что тут происходит? Здравствуйте, а что происходит? Чисто про блок. О, здорово, здорово, смотри, смотри, мудак с проблоком, тут гейпада нету, хейлинг. Нихуя себе, блядь. Подожди. Ля, ты главное со своей стороны поставил, а с другой нет. Так понял, у него какая-то вообще обратная реальность, у него покрашена вот эта дверца, и он как бы вас не видит даже. Ой. Я его сейчас ёбну, подожди, пельмешка. Ты, видимо, вообще правила не хочешь читать. F4, вкладка правила. Тебе как раз таки хватит времени, чтобы почитать эти правила. Ой, господи, боже мой, блядь, какой же идиот. Да это не мой ебо. Слышишь, а мне друга привести, чтобы он как бы вместе с тобой отсиживал, или вы как, вдвоём? Вот это вы вдвоем отсидите, как по дружбе старые пацаны. Стоять, стой. Стоять. Вообще-то нормальный проб был. Хуя себе нормально. С вашей стороны кейпот стоит, а с обратной, со входной стороны не стоит. Прекрасная дверь, ничего, я не спорю, да. Я бы такую тоже поставил, если бы я правила не знал, не хотел бы читать их, когда я в джале сижу. За очередное нарушение. На кого-то из вас сейчас будет следующая жалоба, вы получаете бан на час. Как раз сможете за этот часик уж точно заучить все правила. У вас вообще не соблюдаются правила так. Ну, потому что такие, как ты, идиоты, приходят на сервер и не читают правил, которые указаны. А ты вообще заткнись! Заткнись и лети отсюда! А, заткнись? Да. А это оскорбление админа, я тебя забаню. Я тебя забаню. Ой, бань, ваш сервер фигня тупая. Давай, бань. А, оскорбление сервера. Хорошо. Тупой сервер и тупой ты админ. Какой убогий дебил. Так, как мне там... он... Достаточно тупое мышление, если кто-то не соблюдает правила, то и я должен это делать. А потом, если вдруг админ прихватит за жопу, то получается сервер говно, где все не соблюдают правила, и почему меня одного банят. Я считаю, надо вот просто сразу таких банить, без всяких там шансов на разбан, то есть на искупление своей вины. Была бы возможность знать, вот какой человек именно вот по таким критериям, когда он заходит только на сервак, я бы сразу всех банил на своем серваке, ну конечно, будь у меня сервер. Да ладно тебе, чувак, вот ты хоть более-менее адекватный. Прочитай нормально правила, которые там написаны. Играй по правилам. Зови, если кто-то нарушает, и я буду разбираться. Потому что вы херню творите и получаете джайл, потом ноете из-за этого. Вот такой твой долг, друг неадекватный, тупорылый. Улетел в бан перманентный, блядь. Читай правила и будь тебе счастье, короче, понял? Пиздец, конечно, вообще, ребята дают, блядь. Поставить со своей стороны кейпад, блядь. Так, Крузейдер. На колени, блядь, ногу целуй. Крузейдер. Ногу целуй, слышится, сука.
Ты хули делаешь? Нет. Он меня кинул, он меня убивает, сука. Ну так ты и есть сука. Ты нахуя Илая Венса и всех нас с Фриманом и с Алекс Венс предала, тварь, блядь. Ты хули делаешь? Блядь, хули здесь творится? Че, какие жалобы, пацаны? Че, он мне есть на 30% хп. 30% хп, стреляем. Фридамаг. А, то есть это нормально, то что ты стреляешь по человеку, да? Когда он даже тебя пусть и обзывает. Слышишь, а кто тебе в реальной жизни школьнику продаст вообще оружие, чтобы ты за то, что тебя сука обзывали, чтобы ты стрелял по ним, а? Расскажи мне, пожалуйста. Сейчас это на ты обзываешь меня школьником, да? Ну да, я могу тебя назвать школьником, потому что ты есть школьник, который не знает правил. Взял профу оружейника, купил себе и другу оружие, чтобы наказывать священников, блядь. Самые смешные малолетние атеисты в моей жизни. Да, оно и видно, как ты правила знаешь. Сразу, смотри, ствол выкинул. То и ты можешь обозвать его в ответ, а не стрелять по священнику с автомата. Нет, он мне знаешь... Если ты досмотрел видео до этого момента, знай, вторая часть админ арбуза подходит к концу. И над ней я работал несколько дней. От вас мне ничего не надо, кроме лайков. Надеюсь, там штуках 500 наберется хотя бы. Всем пока. We'll be right back.